Говорите, ну. Че говорить? Ну, что-нибудь. Ты ж пришел туда говорить или смотреть и молчать? Ну, желательно не мычать, а Давайте. что-нибудь говорить. Ну, давайте поговорим. У вас есть Давай. какие-то вопросы к русским? Да, ты из какого города, русский? Псков. Ты самого Пскова? Да. Ты сейчас в Пскове находишься? Ну да. Что-то у меня написано, что ты из Москвы. А у меня... Не знаю. А где в Пскове? В каком районе ты? В Ленинском. Ленинского нет районе в Пскове. Зачем ты врешь? Да, есть такой район, вы что вообще? Да, где? Какие там улицы? Вы Назови. откуда? Вы вообще откуда? Вы вообще откуда, чтобы знать, что там нету такого района Я вообще? служил в Пскове 2 года. Угу. Какая Нет там такого района, да? дивизия расположена? Я там не служил, я не знаю, какая там А, ты дивизия не знаешь. Ну расположена. зачем ты врешь, сидишь? Для чего? Нет, про дивизию я там не знаю, какая там А, дивизия ты не находится. Я там знаешь. не Так вот, служил. не хотел тебя расстраивать, но все жители Пскова от мала до велика. Детей, которые только начинают разговаривать, они уже знают, какая там дивизия, какой полк, потому что Псков это практически город военных, сплошной. Нет. Нет? Представляете, последние 20 лет? Нет. А что ты говоришь? Что ты Да говоришь? что ты Расскажи мне говоришь? сказочку, блин. Для чего ты врешь, а? Для чего? Зачем ты врешь? Вот сейчас никто не знает, какие-то там, какая там находится дивизия, Ну ты блядь. Никто врешь. Для этого не чего ты знает. врешь? Назови мне две центральные улицы в Пскове, которые пересекаются, самые большие. А, все, да? Убежало животное. Зачем оно врет? Написано, что он из Москвы. Это совсем не обязательно, что он реально из Москвы. Но о Пскове он не знает вообще в принципе ничего. Брехло, блин. Ну, для чего? Я до сих пор не могу понять. Ну, я понимаю, там по приколу что-нибудь там сказать, да, но зачем просто вот брать что-нибудь из головы придумывать, неизвестно для чего, я не понимаю.